Вертикутеры. Владельцы газонов прекрасно знают, как нелегко порой дается уход за травяным покрытием. Помимо регулярного полива, подкормки и стрижки, необходимо периодически удалять скапливаемый мусор, веточки, листики, сухую траву и мелкие загрязнения, также разрыхлять почву, чтобы корням растений попадал кислород и питательные вещества. С этой целью современные производители садовой техники и создали верикутеры. Верикутер или скарификатор для газона – это специальное оборудование, которое применяют с целью разрыхления почвы и удаления с грунта сухих листьев, мха и прочих загрязнений. Удобное приспособление позволяет быстро обрабатывать различные участки, экономя время и силы человека. Назначение вертикутера при уходе за газоном. Вертикутер – что это такое? Устройство призвано очистить газон от мха, листьев и прочего мусора, который так или иначе скапливается на травяном покрытии. Со временем большое количество загрязнений препятствует проникновению воздуха и питательных веществ в почву, что приводит к болезням и увяданию декоративной травы. Иногда к этому приводит излишнее количество химических удобрений и подкормок, когда вырастает слишком много травы и ее необходимо проредить. Вертикутеры. Что собой представляет вертикутер для газона? В результате перечисленных процессов газон теряет привлекательный вид. Трава становится неаккуратной, желтеет, проглядываются замусоренные места. Чтобы избежать этого, необходим вертикутер-аэратор, который будет регулярно разрыхлять почву, обеспечивая поступление кислорода. Ниже представлены функции, которые он выполняет: ускоряет рост травы без дополнительных вмешательств, помогает проредить траву, избавившись от лишней растительности на газоне, разрыхляет почву, благодаря чему трава лучше и быстрее растет, убирает излишнюю влагу из почвы. Газонный вертикутер – незаменимый помощник в хозяйстве, когда необходимо проредить газон или убрать лишний мусор. Газонный вертикутер – отличие вертикутера от аэратора и скарификатора. Сразу следует отметить, что скарификатор-вертикутер – это два приспособления, которые являются аэраторами, однако имеют разные функции и отличаются по возможностям. Скарификатор представляет собой грабельный аэратор, который убирает мох, сорную траву и пожелтевшие листья, улучшая внешний вид газона и позволяя проникать в почву влаги и свету. Скарификаторы незаменимы, чтобы поддерживать травяное покрытие в ухоженном и аккуратном состоянии. Вертикутер – это тоже аэратор, который делает прорези на поверхности почвы и небольшие надрезы на корнях растений, что ускоряет их рост и позволяет проникать в грунт влаги, свету и кислороду. Вертикутер может удалять из травяного покрытия шишки, мох, сорняки и прочий мусор. Обычно вертикутеры используют тогда, когда газон находится в запущенном состоянии. Дополнительная информация: разница между указанными аппаратами невелика, поэтому современные производители приспособились изготавливать два в один, например, скарификатор со сменным валом, как для вертикутера, и наоборот. Это позволяет покупателям сэкономить при покупке садовой техники. Разновидности вертикутеров. Существует несколько популярных разновидностей вертикутеров, которые используют в хозяйстве для ухода за газоном. Самые популярные такие – механические, которые отлично подойдут для обработки небольших участков. Главные преимущества таких аппаратов – недорогая стоимость, экологичность и практичность, поскольку они практически никогда не ломаются. Механический вертикутер имеет валик, на котором закреплены ножи. Удобное приспособление для обработки территории площади около 5-7 соток. Электрические вертикутеры подойдут для обработки участков площадью до 15 соток. Одно важное условие – наличие источника питания. Можно также приобрести устройство, работающее на аккумуляторе, чтобы не зависеть от электросети. Такой аэратор-вертикутер для газона обладает высокой производительностью и работает практически бесшумно. Однако электрический агрегат стоит гораздо дороже механического. Вертикутер бензиновый считается самым производительным, поскольку способен обрабатывать большие площади от 15 соток. Это хороший вариант для владельцев больших участков. Это профессиональная техника, которая не зависит от источника питания и может долгое время работать без перерыва. Но стоимость таких агрегатов не всем по карману. Пластиковый мусоросборник. Как нужно выбирать вертикутер? Выбрать подходящий вертикутер не составит труда, важно только обратить внимание на основные аспекты, которые имеют первостепенное значение при работе. Корпус должен быть легким и прочным.
Лучше всего выбирать алюминиевую технику, это идеальный материал, который отличается практичностью, крепостью и легкостью. Профессиональную технику обычно делают из стали. Двигатель. Для обработки больших участков лучше выбирать бензиновый аппарат, но для ухода за небольшим газоном вполне хватит электрического или ручного. Мусоросборник. Не все модели оснащены этим полезным элементом. Если мусоросборника в комплекте нет, владельцу участка придется собирать мусор граблями вручную, рискуя потоптать газон. Лучше всего приобретать машину вместе с мусоросборником, тогда останется просто регулярно очищать мешок. Фрезы, ножи – важный элемент, от которого напрямую зависит качество обработки газона. Ножи должны быть сделаны из прочной стали и надежно закреплены на устройстве. Рукоятка – это вопрос комфорта. Будет намного удобнее работать, если ручка может регулироваться под стать росту человека. Дополнительная информация. Помимо высоких характеристик, современные производители выпускают продукцию привлекательного дизайна. Аэратор МТД марки вертикутеров, особенности. Ниже представлен своеобразный рейтинг вертикутеров, популярной марки, которые изготавливают качественный товар, пользующийся спросом среди покупателей. Наиболее популярными вариантами являются такие «Чемпион». Это продукция российской компании, офис которой расположен в СПБ. Молодая фирма, открывшаяся только в 2005 году, поставляет на рынок бюджетные модели вертикутеров и другой садовой техники, которые по карману практически всем огородникам. Прочные, простые и недорогие агрегаты, но, к сожалению, не самые долговечные. Алка. Немецкая фирма подтверждает признанное во всем мире качество продукции этой страны, мощные и надежные агрегаты, которые продаются по выгодным ценам, служат владельцам от 7 лет при надлежащем уходе и правильной эксплуатации. Стоимость такой техники выше отечественной. Макита. Японская компания, которая изготавливает легкие компактные агрегаты для обработки газона. При этом их цена остается доступной для большинства российских потребителей, поэтому на рынке они пользуются устойчивым спросом. Bosch. Производитель поставляет на рынок кухонную, садовую, бытовую и прочую технику. Однако многообразие направлений не влияет на качество, это недорогая, крепкая и надежная продукция, которая любима многими хозяевами. Помимо перечисленных, существуют и другие марки, например, немецкая компания Hyundai, которая выпускает мощные, долговечные, надежные, дорогие агрегаты. Несмотря на высокую стоимость изделий, профессиональные вертикутеры, скарификаторы и прочая садовая техника пользуются большой популярностью у потребителей. Аэраторы – очень полезные помощники в хозяйстве, которые облагораживают газоны, делают травяное покрытие чистым и ухоженным. Всем, кто решил выращивать декоративную траву, непременно стоит приобрести такой агрегат.